Информационная программа «Республика» открывает новую рубрику «Мобильная республика». Мы приглашаем наших зрителей стать соавторами программы. Если вы стали свидетелем интересного события, сняли его на мобильный телефон, смогли поймать уникальный фотокадр, присылайте или привозите его в редакцию нашей программы. Самые интересные фото и видеосюжеты появятся в эфире национального телевидения. Сегодня мы представляем вам первое видео, которое утром удалось снять нашему зрителю. На Красной площади прошел показ новой дорожной техники. Как рассказали программе «Республика» в Чебоксарской мэрии, свои дорожные машины, трактора, грейдеры и погрузчики демонстрировало предприятие «Дорекс». 19 единиц дорожно-эксплуатационных машин – самое крупное обновление машинного парка. За счет использования новой техники планируется существенно сократить затраты на ремонт и закупку запчастей. Износ имеющихся машин – 80%. Автор видео надеется, что эта техника облегчит передвижение зимой по столице. Свое видео вы можете присылать на нашу электронную почту tvsobaka.ntrk21.ru.